Итак, мы услышали о выборе сорта, мы услышали о формировании растения, о опылении, о формировании плодов. Теперь возникает вопрос о густоте посадки растений и схеме посадки. Сколько растений на квадратный метр, какая схема посадки? У тебя всем растениям достаточно света, хотя внешне кажется, что растения загущены. Как же правильно подойти к посадке растений? Так, ну опять же схему выбирал в зависимости от условий, которые у нас тут слаживаются. То есть конструкция теплицы, да, формирует? Конструкция теплицы, это, ну, а у нас что влияет? Конструкция теплицы, раз, условия уборки продукции. То есть, чтобы персонал мог свободно передвигаться. Да, то есть, я вот бываю здесь, бываю где-то на поле, в открытом грунте. То есть я не всегда тут есть на месте, и люди, которые убирают, могут там брать. Механические повреждения. Да, два ведра в руки, да? Идут и могут позбивать эти плоды, а если они там сбили кисть, она упала, и это килограмм, например, раз, два, пять плодов, 200 грамм. Да, это кило 200, не кондиции, которые... Это все считаем и приходим к чему-то, к какому-то среднему. То есть закон. Какая основа? Если у нас высокорослый, экономить на средствах защиты нужно 2,5 растения на метр квадратный. К примеру, теплица 10 на 50, 500 метров квадратных, 500, 2,5 растения на метр квадратный. Это у нас 1200-1250 растений в эту теплицу. Когда идет высадка, мы сюда их занесли, эти растения, и по-любому должны их разместить. И получается, что у нас виртуально, типа я так представляю, что у меня 10 рядов. Но вот крайний у меня одинарная, да, схема один, посадки. Ну, один слева, другой справа, вот, а крайние там по одному, а остальные я соединил по два. Ну вот смотри. Вот. Своеобразная схема, да? Да, раньше вот я садил, у меня был здесь у меня рост куст. И да? Да, да. Здесь был куст и вот здесь рост. Но на капельная лента на один ряд была одна. И получалось однобокое. Лучевое, да? То есть питание корня было. Да, он уходил в сторону капельной ленты. Капельной ленты. Потом я соединил все в одно. У меня тут стало междуряди больше. Положил две капельные ленты, которые, ну, на один ряд типа капельная лента одна и на второй. И так с обоих сторон поливается. И корень расходится. Концентрически питается. Да, расходится в разные стороны, и корень как раз объема вполне хватает. И потом в дальнейшем, ну, дальше я V-образно развожу это все здесь, вот, делаю такую как чашу. Днем, когда полдень, солнце вверху, он прогревает именно центр. Растение находится под углом, прогревается здесь, и здесь места хватает. Получается, когда идет человек с двумя ведрами, здесь может пройти, потому что нужно считать, сколько стоит этот килограмм уборки, да, чтобы человек как можно больше сделал. Вот здесь проходит, а здесь, где уже, вот здесь, ну, здесь вот лист уже... Ну, у тебя центральный ряд, да, самый широкий, а дальше тебя как бы там... Ну, где-то, у меня здесь 1,80 м, а там где-то 1,70 м у меня, то есть, не сильно меньше. Значительно меньше. Да, здесь самый широкий, ну, чтобы, когда я прохожу теплицу, я осматриваю, чтобы было где развернуться, было где стать, снять видео, это самое важное. Вот, и здесь, ну, это удобно технологически. При такой схеме у меня сохраняется качество плода. К примеру, да, а урожайность как? Растение тоже 2,5 на квадратный метр, то есть оно сохраняется. Ну, при этом всем, как бы, урожайность, да, то есть всегда при таком схеме, какая же урожайность, то есть она меньше, больше, то есть... Урожайность такая же. Первый год, когда выращивал, да, посадил в эту теплицу на 5 соток 2000 растений. Собрали 3 тонны с теплицы. 3 тонны с 5 соток. При густоте 3. При густоте мне выходило, ой, сколько это выходит, 500, 2000, 4 мне выходило, 4 растения на метр квадратный, растения. Там они там еле как поопылялись, потом, давай искать, в чем причина, поехал Каменку, был в гостях, там у одного другого, смотрю, что вот такие растения я хочу видеть у себя, в чем секрет, не знаю, в чем секрет, тут так, меньше садим, больше места питаться. И посадил, потом здесь сразу 1200 растений, места хватает. Есть закон, что там на 1 метр квадратный столько-то будет плодов, там, столько-то будет вес. Соответственно, и размер варьируется, да, плода, да. И качество плода. Больше света, лучше проветривание, вегетация растения намного лучше. Да. И вот 2,5,
в первом обороте делаю 2,6-2,7, второй оборот все-таки мы заходим с лучших условий в худшие, с загруженным растением. Это для растения очень сложно. Тимур, с группы Агродвиж был такой вопрос у меня, когда ты выложил видео по схеме своей, да, многие удивились, как это 1,80 м. Ну, хорошо, согласны. Первый и последний томат, ну, ранний и самый поздний, отлично. А как же быть с томатом, который промежуточный, да, после редиски, там, 24 апреля, там, 1 мая, и он, растение, допустим, здесь генеративное, ну, гибрид, да, то есть подбирает, и могут быть, там, не хватить листовой, да, массы, охладить себя растению при такой схеме, или много солнца, как ты, ну, думаешь на это? Если мы говорим про промежуточную культуру, да, вот если высадили в начале мая, да, и вот она вот где-то в час у нее там должна опять истинно убираться уже. Что мы получаем? Вообще в теории мы стремимся к, что в первом обороте, что в промежуточном, что во втором, к одним и тем же условиям. То есть мы хотим получить одно и то же. То есть какой смысл? Биологию растения никто не менял. Минимальные температуры, максимальные, то есть они все время одинаковые. То есть растению нужно, чтобы минимум было 17, максимум было 28. Там, в крайнем случае, от 32. Но по факту мы имеем совсем другие показатели. То, что в этот период, там, да, когда растение там начинает цвести, там с середины мая по и все лето у нас там максимальные температуры, максимальная солнечная там инсоляция, все эти радиация, все это, да. То есть растению нужно создавать комфортные условия и отталкиваться от того, какой вид растения. Если растение генеративное, там полудет. Для полудета там такая-то густота состояния, например, 3,5 и 3,7 растения на метр квадратный. Если как это, как пинкристалл, индетерминантный, высокорослый, производитель семян, да, вот говорит, что 2,5-2,7 растения. Все. Если мы хотим там более рано получить, там 2,5, либо там неуверенные в климате, в микроклимате, в теплице. Меньше садить. То есть надо однозначно под свой климат, да, пробовать, залаживать какие-то эксперименты. Вот, да, под свои условия. Вот, каждый, ну, вот, а на рынке плохих гибридов нет. Все хорошие, но каждый гибрид под свои условия. Свою технологию имеет под свои условия, да. Вот, то есть если даже промежуточный, да, то надо, ну, не рассматривать там полудет, надо смотреть более такие гибриды, которые... Которые подходят под свои условия. Смотрите, под жару, если, там, под... Да, если у нас теплица какая, вот у нас 4,2 метра высоту, там 10 на 50, и высокорослые, там вегетативного типа, ну, растут хорошо при 2,5 растения на метр квадрат. А есть люди, у которых там теплица высотой там 2,5 метра. 3,20. Да, там 3 метра. Гораздо ниже. Меньше воздуха для того, чтобы растениям дышать, там жить. То есть здесь такие гибриды не пойдут. Там нужно садить полудеты. Они менее урожайные. Чтобы получить тот урожай, нужно захущать там уже на полудетах. А если в таких теплицах садить индеты и захущать, там вообще не будет урожая. Там будет куча болезней, куча проблем, и будут говорить, что самый плохой в мире гибрид. Хотя на самом деле гибриды условия все классные, все, только да? Он себя классно покажет в нормальных условиях. Например, если сюда посадить полудет и захустить, то у него не будет отдача урожая. По причине слишком много света, да, и растения не хватает листового блата, нет, чтобы себя охладить? Он полудет может там выдать какой-то там средний показатель. И когда у человека маленькая теплица, да, вот низкая, ну, у человека выбор, либо ничего не садить, либо посадить полудет и иметь хоть что-то. Вот. А чтобы получить больше, ему нужно уже менять конструкцию теплицы. То есть, когда вот, ну, нету технологических условий, то человеку приходится, ну, работать с тем, что, чем есть. Но если были бы здесь теплицы ниже, тогда, ну, давай уже искать гибрид, который более генеративный, давай запущать, а там куча сеток там цепляешь, чтобы он, ну, открывать-закрывать, там утром открывать, в обед закрывать ее там. Ну, то есть, ну, посмотреть под свои условия. Все гибриды хорошие, только под каждый под свои условия. Если маленькая теплица, полудет там покажет какую-то среднюю урожайность, и здесь же он покажет какую-то среднюю. Если получить большее качество и больше показателей по урожаю, по валу, нужно, тут уже нужно садить индеты, которые здесь они будут нормально себя чувствовать. И получать там уже 7 кистей, по 6 плодов, по 5-6 плодов по 250 грамм, и все они будут стандартные. Каждый работает в своих условиях. Итак, вы слышали, за
густоту посадки, услышали за условия, которые необходимы для выращивания помидор. Но в процессе разговора ты говорил за условия корневой системы, за область питания, за капельную ленту. Второй оборот идет очень ускоренное нарастание вегетативной массы, и растения нуждаются в стимуляции корня. Как ты работал с корнем? Для чего это делалось? Может быть, препараты назовешь, которыми ты работал?